Друзья, приветствую вас на нашем канале. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под роликом, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Благодарю. А мы начинаем. Известный индийский актер и режиссер Раджив Капур, младший сын Раджа Капура, умер в Мумбаи. Об этом сообщили в Times of India. Актеру было 58 лет. По информации издания, причиной смерти актера стал сердечный приступ. Известие о смерти подтвердила его невестка Ниту Капур. Раджив Капур – выходец из известной индийской кинематографической династии Капуров. Он – сын легендарного актера и режиссера Раджа Капура, брат звезды Болливуда Риши Капура и Рантхида Капура. Раджив начал сниматься в фильмах своего отца. Советским и российским зрителям он знаком ролями в фильмах «Небеса», «Могущественный», «Ганг, твои воды замутились» и многих других. Снял несколько лент, самые известные из которых – «Книга любви». В последние годы Раджив отошел от кино, но намеревался вернуться на большой экран с ролью в фильме режиссера Ашутоша Говорикера «Младший Тульсидас». Светлая вечная память. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.